2016 год для добровольцев Слободского района будет богатым на события. Все те, кто сегодня приехал на первый районный слет волонтеров, в следующем году станут активными участниками проекта «Формула добра», который направлен на системное развитие школьного добровольчества. Мы хотим объединить все школы района, чтобы работать в одном русле, работать все вместе. Потому что каждая школа работает по отдельности, делает добрые дела, проводит какие-то акции. Мы хотим этим проектом всех объединить, чтобы у нас была единая база, методическая база. Мы хотим объединить информационное пространство, чтобы мы общались в одном где-то пространстве. И хотим все добровольчество школьное разбить по направлению. Школьники будут помогать ветеранам, инвалидам. В рамках проекта будут заботиться о бездомных животных, организовывать и проводить различные мероприятия, учиться отстаивать свои права. В последнем, например, уже преуспели учащиеся Вахрушевской школы. Мы рассказываем о том, как на практике можно реализовать права детей в школе. У нас это государство ШИК, и пока что из всего, что мы пробовали, она самая действенная. Государство ШИК переводится как «школьная инициативная команда», представляет собой систему государства, как и у нас в Российской Федерации, так и у нас такая же. У нас есть президент, Государственная Дума, есть Государственный Совет, вот, муниципальное образование, это классы. Но то, что вот именно у нас есть вот эта новая волна, государство ШИК, я считаю, что это нам повезло, что у нас есть вот эта душа школы. Потому что именно в этом объединении сосредоточены ребята, которые организуют вот эту внеурочную деятельность, где каждый пожелавший ребенок, но и не привлекают, да, мог бы себя раскрыть, реализовать, найти себе друзей, найти себе дело по душе. Это очень важно. Информации много по каждому из 5 направлений, которые в будущем году предстоит освоить волонтерам. Впрочем, многим мальчишкам и девчонкам уже приходилось работать в этих сферах. Вот опыт волонтеров из деревни Шихова. В школе мы проводили, во-первых, много спектаклей. Также к 70-летию Победы мы ходили поздравлять ветерана с Днем Героя Отечества. Также мы помогаем всегда ДК, проводим всякие концерты, праздники детям. 1 июня мы стояли аниматорами на анимационных площадках. Я хочу быть, ну, как активной везде и больше добрых дел совершать. И волонтером быть не только на базе деревни, но и, может быть, района и даже области. В рамках этого мероприятия мы подводим итоги 2015 года, то есть по рекомендациям учреждений образования награждаем лучших добровольцев, активистов именно добровольческого направления. Это первый слет волонтеров. Глядя на то, как развивается добровольческое движение в Слободском районе, можно предположить, не последний. Они хотят и могут делать добрые дела каждый в своем родном сельском поселении.